Улица имени Путина может появиться в столице Кыргызстана, Бишкеке. С инициативой переименования выступил театральный режиссер Нурлан Абдукадыров. По его мнению, власти могли бы дать имя в честь российского лидера какому-нибудь бульвару, который сейчас носит случайное название, не имеющее под собой историческую основу. Письмо с предложением театральный деятель направил президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Дай бог, если мы самое главное получим какое-то лояльное отношение к нашим мигрантам, потому что меня вот в данном случае очень беспокоит то, что 20 лет наши люди живут за счет России, многие. В каждой семье почти есть 20 лет, спасибо, они нам помогают. Очень многим людям это не нравится, но это моя жизнь, я решаю в этой жизни, что я хочу. Вот, поэтому пусть кто возмущается, пусть пишут, что давайте не будем называть, пусть проведут антиакцию против. Вот и все. Киргизский театрал считает, что власти вряд ли смогут отклонить его идею. Если же противников данной инициативы будет слишком много, деятель культуры предлагает переименовать улицу, названную в честь своего отца, первого киргизского театрального актера Джалила Абдукадырова. Тогда Путинская улица расположится не в центре, как, например, в Грозном, а на северо-восточной окраине города, в одном из самых неблагополучных районов Бишкека. Если перейти на ту сторону, там за автовокзалом ниже, в Глухомане, вдоль речки, вот это должна быть улица Абдухадырова. Там нет табличек, вот правильно если сказать, безымянная улица моего отца, вот так, понимаете? Я уже 20 лет не могу просить, чтобы они таблички повесили там. Они на меня, на мой счет, ты сам найди деньги, сам сделай туда-сюда. Хотя рядом у Смолкова слева улица сделали. Курмандзянзатка там тоже улица где-то, они тоже сделали, потому что у Смолков влиятельные родственники, Курмандзянзатка тоже. Между тем, в Кыргызстане уже существует объект, названный в честь российского президента. Некогда безымянная вершина, находящаяся в горной системе Тянь-Шань, в январе 2011 года была названа «Пик Путина». Ее высота почти 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Тем временем в самой России собираются чеканить монеты с портретом действующего президента. Сувенирные рубли появятся в честь присоединения Крыма. Создатели обещают, что монета будет необычайно большой, размером с ладонь и весом в 1 килограмм.